Главное предложение дня – это ветровка Кристина. Это сегодня яркое предложение, причем комфортная, удобная ветровка, которую можно носить даже на белье, которую вы будете носить совершенно круглый год и при этом получать только удовольствие. Эту коллекцию представляет сегодня наш шкодник, любимый звездный стилист, ваш личный эксперт Микола Комендров, который сотрудничает со многими звездами шоу-бизнеса, собирал образы звезд шоу-бизнеса на новую волну, международный конкурс, собирает коллекции для театров. Юго-западный есть такой театр, очень мной любимый, театр Луны. В общем, он умница, поэтому Микола сегодня вместе с вами. А еще он выспался по колено, вещала и рассказывал вам все, что будет в этом часе. Вот, поэтому давайте с вами поговорим сегодня о главном предложении дня. Он в этом часе совершенно другой, но не менее выгоден. Его, кстати, можно будет совмещать с предыдущим главным предложением. Да, обязательно. Данное изделие у нас с вами уникально с чем? В первую очередь мы получаем самую ветровку, которую будем носить круглогодично. Как заметила Лена еще в начале презентации, данная ветровка у нас с вами можно носить нательно просто на белье, то есть за счет именно состава. Здесь 95% вискозы. Это полотно называется тоже футер, имеет двойную петлю, что обеспечивает правильную атмосферу и погоду вокруг вашего тела. Ветровка оснащена кулиской, что обеспечивает возможность дамам нижнего типа фигуры регулировать длину и сделать иногда ее более укороченную. А также у этой ветровки у нас с вами карманы, причем их два, но они не сразу бросаются в глаза за счет дизайна, что тоже немаловажно, зону животика нам никогда не хочется увеличивать. Палящее солнце, легкий ветер, летний дождик у нас с вами всегда защита во время глубокого капюшона. А свободный крой, приспущенный рукав, это уже идентификация единой возможности выбрать для каждого типа фигуры. Итак, дорогие, у нас есть три цвета сегодня, обратите внимание, да, насыщенные, яркие. Микол, давай представим цвета сейчас, тем более, что здесь и яркие, и такие более базовые оттенки. Ну вот смотрите, у меня серый цвет в руках, и вот темно-серый. Чем отличается? Серый цвет будет более холодного оттенка, а с небольшим добавлением кремового цвета у нас с вами будет темно-серый. И малиновый оттенок выбирает в этом эфире для себя Ника. Серый цвет будет представлен на Ольге, а на Елене будет представлен темно-серый. Да, темно-серый цвет. И вы знаете, сегодня у нас на ветровку Кристина снижена цена еще на 1000 рублей. Мне очень нравится это предложение. 999 рублей, причем можно использовать. Посмотрите, если затянуть наши кулиски, как бомбер с удовольствием. И, конечно, самое главное, что цена за такую ветровку была 3599 рублей, а сегодня снижена она на 72%. Сегодня цена даже при оплате картой 949 рублей, поэтому торопитесь, у нас уже есть звонки, яркие предложения. Микол, ну всех ассоциируется ветровка, во-первых, с чем-то однотонным, ближе к куртке и, знаешь, таким, ну, интересным, что есть на всех. А это настоящая радужная ветровка, на которую смотришь, и вот у тебя уже желание ее надеть и носить ее каждый день. Причем маневренность у этой ветровки больше, чем у обычной стандартной ветровки из плащевой ткани. В той жарко, в такую теплую, сухую погоду, но зато хорошо, например, ветреную или дождливую. В нашей хорошо и тогда, и в момент дождя и ветра. Данное изделие можно надеть просто на белье в качестве такой трикотажной блузы, выполненной из вискозы. Рукава очень пластичные, гибко подгибаются, можно сделать более короткими. С помощью кулиски можно затянуть. Ну, конечно же, ветровка вошла плотно в любую моду, и, конечно, высокая мода тоже демонстрирует свои версии ветровок, особенно с цветочным принтом. Ведь раньше их шили однотонными, максимум добавляли какой-нибудь значок спорта или лампасы. Сейчас ветровка – это далеко уже более женственный силуэт. Цветочный принт здесь, опять же, тоже в очень актуальном стиле. Микола, у нас уже вопрос. Анна Богданова из города Кемерово говорит о том, что ей 66 лет. Боюсь, что ветровка будет не по возрасту. Что мы ответим нашей Аннушке? А мы вам ответим, Аннушка, больше надевайте таких ветровок и меньше смотрите в паспорт. Точно. Потому что паспорт, когда вы видите возраст, это очень портит вам жизнь. Вот и все. У ветровки нет
принта, который мог бы нас делать отсылку, например, к детской какой-то или там юношескому стилю. Здесь цветочный принт, он очень универсален и подходит всем, в принципе, дамам. И самое главное, вы такая яркая, вам хочется наряжаться каждый день. Лучшая цена сегодня 999 рублей при оплате карты минус 5%. Выбирайте сегодня такую ветровку, наслаждайтесь. И знаете, что мне нравится? Вот смотрите, я уже сделала ветровку в качестве бомбера. Я смогла бы ее надеть на свое белье, она укорочена. Я выбираю ее сейчас вместе с нашими бриджами. Бриджи называются Ольга. И посмотрите, совершенно разные посадки. На мне с бриджами, на девчонках сейчас как куртка, ветровка. Микола, посмотрите, что делает сразу сейчас. Две. Просто невероятно. Такой кардиган уже создает дизайнер. Да, берем две ветровки, состегиваем их между собой. Вау. Надеваем рукава. У нас с вами впереди получается еще рукава, которые могут превратиться в накидку. Либо сюда мы добавляем еще человека и греемся. Угу. Но ты мне скажи, пожалуйста, вот можно ведь получается уже посадка на любой тип фигуры, да? Если пышные бедра или пышный верх, ведь до 58 размера, да, мы точно выбираем для всех. Мы выбираем ее четко для всех по любому размеру, потому что у нас с вами свободный здесь силуэт. Ветровка не будет сидеть у нас с вами объемно, она будет сидеть достаточно так полуприлегающе. За счет кулиски отрегулируем для типажа нижнего типа, для дам, которые у нас с вами обладают более акцентным животиком, мы скроем с вами животик. Ну и, безусловно, конечно же, тактильное ощущение. Вот я ее сейчас тоже на себя примеряю, причем сразу две. Мягко, приятная. Телу, вот отлично. Плащевая ветровка такого, конечно, бы удовольствия Скажи, не пожалуйста, придала. Она очень яркая, все-таки желтые цветы, как правильно ухаживать за ней? Ну, данное изделие у нас с вами, обратите внимание, значная сторона светлая, то есть краситель не пропитался вовнутрь, это немаловажно, это значит, что он не токсичный. Стираем мы с вами при температуре 30 градусов, потому что для вискозы это ее постулат, и, безусловно, конечно же, здесь кондиционирование применяем. Итак, дорогие мои, жаркие 3-9, Оленька у нас сочетает с туниками Лайн единого размера и брюками Альберта. Вы можете выбирать сегодня 5 товаров. Для вас бесплатная доставка. При оплате картой скидка еще 5%. Но не забывайте, пожалуйста, путешествия, прогулки. Обязательно надевайте такую ветровку и как бомбер, и как блузу, даже на нижнее белье. Лучшее предложение для вас и при оплате картой еще минус 5% скидка.